Всем привет, вы на канале Полина Твин. И сегодня у нас последний влог из недели влогов. И сегодня вторник. Сегодня ОБЖ, английский, французский, география, русский и теннис. Первый ОБЖ, я не знаю, я надеюсь, что я не опоздаю, потому что мы едем вместе с моим крестным. Папе с Димой на одну и ту же работу и плюс через мою гимназию, поэтому все очень удобно. И время уже 40 минут, через 15 минут нам выезжать, еще у меня не трогать. Я уже все собралась, мне надо только что-то сделать. А, мне нужно взять у папы денежки, чтобы оплатить теннис. Просто Юрий Григорьевич, мой тренер, кто не знает, говорит, что лучше наличными оплачивать, поэтому надо брать у папы. Снег. Ну, так светло на улице. На улице не так светло. Нет, на улице не так светло, на улице еще темно. Все потому, что облака. Вчера было солнышко, было голубое небо, значит, сегодня будут облака. Почему у меня кофта коричневая? Она вообще-то синяя, темно-синяя. Я не знаю, почему она коричневая, кажется. Ну, короче, она показалась коричневой в самом начале. Я уже собрала свои сумки, два рюкзака у меня. Очень хорошо, что мы с Саной распределяем учебники. Что у меня с носом? Очень хорошо, что мы с Саной распределяем учебники, потому что иначе бы у нас бы отваливалась спина. Особенно у тех, кому, допустим, надо оставаться еще на пару уроков, или приходить к 8 там, или же у кого тренировки после школы, и нужно с собой тащить дополнительные какие-то сумки. А, и, кстати, мы либо с этой, либо со следующей недели, короче, мы начинаем дежурить в школе. То есть надо будет приходить к 8 утра, открывать двери, здороваться, а затем следить еще и за порядком. Уходить с перемены только вот после звонка. Да ё-моё. А, и А-класс уже дежурит. Уже с понедельника, с вчерашнего дня начали они дежурить. Это как-то странно, не знаю, непривычно. Я привыкла, что открывают дверь какие-то более старшие ученики. Более старшие ученики. Ученики из старших классов, вот. У нас сейчас был английский, и даже с чем-то мы, короче, сдали домашнее эссе, я получила 5. Но мы сейчас писали в классе еще одно эссе, я не знаю, что у него будет, потому что там минимум 150 слов, а у меня 129. А чего? Ты можешь написать 150, и она не будет считать, и у тебя будет 5. Серьезно? Ой, какая? Я написала 129. Да, я всегда делаю. Да твою проблему, это так можно было? И сейчас у нас география, я чувствую... У нас опять будут по уроку презентации, а потом мы будем сдадим контурные карты, мне раздадут наконец-таки мою тетрадь, и будем что-нибудь делать. Писать мы что-то собираемся хотим. Я надеюсь, что я училась, мимо не будет проходить. О, да, мы делаем. В общем, у нас сейчас уже последний урок, Катя, привет. У нас сейчас последний урок будет русский, сейчас был французский. Ничего интересного, мы попереводили текст, почитали. Будет таблерон, как я говорила, на следующем уроке. Нужно взять сочинение. Оля, привет! И у нас сейчас это с чем-то происходит, у нас обожает свой класс. У нас все друг с дружкой бегают, все орут, все прыгают, бегают. Кира, Настя, Руслан, Ярослав, Влад, Рома, Алена. В общем, я уже пришла на тренировку. Через 50 минут она начнется. Мне нужно поесть и, может быть, сделать какие-нибудь уроки. На обед у меня йогурт с бананом и с... Что-то еще я брала. Или все. А, и сок у меня еще есть. Вот так себе обед. Поэтому, когда приеду домой, нужно будет нормально поесть. Ну что? По-английски у меня, кстати, за эссе 5, я говорила, нет, не говорила, 5 у меня за эссе, которое мы взяли в классе. Итак, время 4 часа, мы отзанимались. Так жарко, еще солнце плюс, играть невозможно. Ни с одной стороны, куда светит солнце, ни с другой, потому что солнце отражается. Вообще ничего не видно.
И я так понимаю, сейчас на автобусе поеду. Сколько минут еще дорогусь? Минут 6. О, почему? Я показывала, что на улице минус 6, обновила плюс 2. У меня также ушла в минус 8. Странно. В общем, жду. Пока что, может быть, что-нибудь поделаю. Девочки уже ушли, время 4:30. Я не знаю, почему я всегда говорю время. Время 4:30. Автобус через полчаса, через 40 минут, чуть больше, через 45 минут приедет на остановку. И я через полчаса буду выходить, поэтому пока что надо переодеваться. Переодеваться, потому что пишет. Мама написала окей, что я закончила. И что я хотела сказать? Завтра что-то много всего задали. Надо быстрее приезжать домой. Мама приготовила куриный супчик. Скорее всего, уже приготовила, потому что она мне написала, что типа я приехала домой и начинаю готовить. Когда я была на тренировке еще. Поэтому думаю, мама уже приготовила. Хочу кушать. И хочу в душ. Очень жарко. Но пока что буду потихонечку уже переодеваться. А, и еще. Я думаю, я камеру уберу в рюкзак и достану, куда приеду домой. На улице коти. Итак, я дома. Время, говорит, не буду слишком много времени. Слишком много раз я говорю время. Мама с Сашей уже кушают супчик. Вкусно, пахнет вообще прямо. А я ем. Кот меня встречает, да, Котя, привет. А я сейчас тоже буду кушать. Пахнет вообще... У меня что-нибудь текут. Я такая, мама, пахнет вообще... Вообще что? Очень вкусно пахнет. Саша такой, Полин, угадай, что в супе? Он говорит, макарошки. И я такая говорю, ну, курица, ну, мясо. Мама такая, буковки. У нас суп с буковками. Как для детей такие, для маленьких, чтобы им интересно было есть. А еще мама забрала посылочку. У меня есть предположение, что там, но пока что не буду подать или сказать. В общем, я предполагаю, что там куколка, которую мне прислали. Да, подпишется. Тетенька делает. Тетенька делает. Надо будет посмотреть. Сначала покушаю. Я поела, мама, спасибо. Очень вкусно. Пожалуйста. И открываем нашу посылку. Главное открыть нормально, чтобы ничего там вдруг не порезать. Он такой тяжелый. Раз. Не знаю. И два. Все. Ну, какие коробочки штакованы. Можно открывать, открыла? Нет еще. Я еще не открыла. Надо. Оба. Вот, не ори. Шоколадка. Это вкусняшечки вам тут еще. И еще одна шоколадка. Попался. Ням-ням. Надо было сок так быстро не убивать. Сладкоежкам. Так, надо как-то вот еще открыть. Вот так, раз. Это еще одна сладость. Аккуратненько. О, что это? Коробка для вашего подарка. Вау! Саша, закрой глаза, а потом посмотрим. Those hippo... Hippo... Короче, что-то там по-английски. Архипо. Архипо. Архиповой. Архипова. Архиповый. Кукла Архиповой. Ага, handmade. Handmade игрушки ручной работы, только Архипова, да. А, вот и группа Инстаграм, ВКонтакте. Mm-hmm. Если кому-то интересно. Понравится, в подарок или себе. Mm-hmm. Мне олень нравится. Уже, да? Можно не открывать. Да. Олень, открытая игрушка. Полин, а потом скажешь, когда открыла. Хорошо, скажу. Так. Это надо разрезать. Надо было сразу разрезать.
Давайте, как обычно, вам. Ой, там куклёшка. Ой, какая. Милашечка. Какие волосы у нее мягкие. У нее шапочка такая милая. Алёна. Ой, Алёнок. Хорошенькая такая. Шапочка, ой, а шапочка снимается. Она как брелочек почти такая, да? Так можно ее приснять. Угу, она сама снимает. Да. А это что? А, шапки. Ты такая клёвая. Такой. Ты тётенька такая вот прям куколка. Делает таких, видишь? У нее глаза прям мои зеленые. Ага. Волосы только потемнее, чем твои. Волосы, да. Но они такие прям мягкие, прям вообще прям. Ой, клевые. Мне кажется, Морис на нее будет охотиться. Нет, я ее спрячу. Такая. Круто, мне прям понравилось. Я хочу еще куклу, хочу себе коллекцию. Разберем коллекцию. Деточка, тебе замуж пора. Ну, знаешь, и коллекция собирает вообще любые, всегда. Шапочка, кстати, связанная шапочка. Да, я тоже такой хочу связать. Хороший. Все, прям моя любимая игрушка теперь. А Саша шоколадки. Куда шоколадки? Все, Саша у нас шоколадки, понятно. Так, идите уроки. О, да. Ну что, делаем уроки, да. Пошли, эти тоже надо уроки делать. Бери с собой шоколадки. Итак, я уже сделала почти все уроки, мне осталось только выучить английский и прочитать историю. И меня уже зовет Саша, потому что мама напекла блинчики, приехал папа, мне нужно делать творожок. Ой, как вкусно пахнет. Все, я кушать. Ты моя... Где блины? Покажите мне блины. О, блины. Смотри, какой маленький. Ух ты. А мне второй, который. Да. Все, время уже полдесятого, поэтому мы пошли спать. Я сделала почти все уроки, мне осталось только прочитать историю. Я прочитаю завтра утром. И это был последний влог. Всем спасибо, кто посмотрел все. Кто не посмотрел предыдущий влог, обязательно смотрите. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.